Ребята, всем привет, мои любимые, дорогие подписчики. Я уже снял предыдущее видео, что я все. Я полностью съехал со своей квартиры, получил новую. А сейчас буду показывать, как происходит сдача акта. Сдача ключей. Как это происходит? Мы жили в пятиэтажке. Мы так бедненько и простенько жили. Все супер, смотрим, успех у нас идет. Сейчас будет съемка, ребята, скрытая, сразу говорю. Потому что там могут быть любые слова. Надеюсь, будет позитивно все. Ну, ничего страшного. В общем, ребят, перехожу на фронтальную камеру. Скрытая съемка, сдача ключей. Поехали. Дальше все будет, как должен быть, это не постановка. Извините, пожалуйста, за дежишку. Извините, пожалуйста. Идемте. Разбейте. Посмотрели, сделали и ушли сразу. Потому что как только увидели, что он нашла, у нее там есть цвета, они сразу звонили туда. Ну вот, ребят, третий этаж у нас. Им не жалко, не своим, не чужим, они все на него. Пожалуйста. Да ты спотел, видишь, какая зарядка. Так я же бегал. Все, газ, масс выключены. Вода. Дверь закрыта, сейчас воду проверим. Так, давай, проверяйте. Вода не перекрыта, перекрывать надо сюда вот. Да, 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 мы же вот посмотри. А ну, вот что тебе перекрывать? Вот, как ты ее тут перекроешь? Если ты не... Вот, стоять, где стоять там? Чё? Это надо выдавать, чтобы вот прям будет закрывать. А я не держу. Вот держит? А я не подвал, я перекрываю, но он будет. Но он будет даже вот. Ну все, тогда записывайте, чтобы это приехали. Вот так, ребят. Так вот, ребят, простенько и жили. Три после запятой. Да, еще надо за такую поставить. Так. Хорошая барабанка. Из окна. Третий этаж. Ну, это дом уже все. Диван прослужил 6 лет. И шкаф также. 6 лет хороший. Ну, прожили, отжили. Вот, ребят, последний видео из этой квартиры. Сейчас они примут все. Электричество, бать, она, например, чуть-чуть другой. Да. Вчера мать была, да? А, ну мы, да, мы опрачивали там, да. Ну, там нужно, блядь, документы оплатить. Мы как бы просто, ну, два собственника. Ну, есть ручка? Она здесь, ну, уже здесь ручки нет с собой. Нет, уже все. Все уже. Все туда перенесли. Не, ну, это 60-го года, это в следующий раз. Тоже воспоминания есть.
А где получили квартиру? Базовская, семья. Базовская. Да, ЖК Базовская. Это на вас? На меня и на маму. А, два. Две квартиры? Ну, не, одна квартира, ну, два собственника, да. Потому что два собственника. Потому что как-то его вообще били, непонятно. У вас же сколько квадратов она идет? Ну, здесь так, у меня 30, наверное, где-то. А там, да, побольше, там 40. Там побольше, конечно. Там да, новый дом. Ну, да, получается. Идет вообще. 416. Да. 38, 79, 416. Ну, здесь сами 16 года жили. От этого давали, да. Давали же 10. Жили друг там, другому. Ну, все вместе жили, давали. Подженился, переехали. С женой здесь живет. Мама два отдельно живет. Значит, смотри. Да. Здесь ошибка. Возьмешь номер вот здесь, зачеркнешь и напишешь номер нормальный. Хорошо. Понятно. И вам принесу, да? Не надо, это твой экземпляр. В своем я сделаю. И вот здесь вот 36, шестерочку поставь, 68. Угу. Все, держи. Все. Выключай. Это нужно для того, чтобы номер обязательно был. Ну, чтобы это они делили перерасчет. Мосэнерго, да, да, там, да, иначе они вас не примут. Вот так лучше. 38-79-416. Все. Ну, все, запишите в это самое, исправите и запишите. Да. Все, выключаем. Свет выключаете. Все? Приняли? Все. Да, да.